На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Славянская школа. Классная компания. Что за дети нынче правы? Автор неизвестен. Я вот думаю гадать, для чего детей рожать? Так, ребята, вы не против? Видите, как все за и против. А зачем тебе все это? Для конкретного ответа. Взрослая жизнь и подготовка. Ты придумал это ловко. Да за маму не обидно. От проблем житья не видно. Да, от нас проблем немало. Непростая должность, мама. Как бы было легче ей без таких, как мы, детей. Фу, какая ерунда. Вкусно будет ей тогда. Да и в старости компот. Кто в стакане принесет? Вот представь себе теперь, с мамой вовсе без детей. Дома тихо, чистота, красота и пустота. Дом уютный, но пустой, без детей не живой. Но зато, скажу я прямо, славно отдыхает мама. Не придется ей опять все уроки проверять. За детей решать задачки, сочинения писать. За различные проделки то ругать, то наказать. Кухня, ужин, постирушки, снова собирать игрушки. Не жалея нервных клеток, загонять в постели деток. И услышит, засыпая, ты красивая такая. Честно, честно говорю, мам, я так тебя люблю. Да, звучит красиво, а такая перспектива. Только вырастет детей, выдал замуж поскорей. Отдохнуть теперь хотите, вот вам внуки, поучите. Ну и что, опять играйся, на бабулю отвлекайся. Сели, встали, побежали, вновь игрушки все собрали. Тренировка у плиты, воз домашней суеты. Да зачем им жизнь такая, аэробика сплошная? Торопись, чтоб все успеть, даже некогда стареть. Нет, я все же сомневаюсь, столько нервов и забот. Я все больше убеждаюсь, дети – хлопотный народ. Надо долго их растить и воспитывать, учить, по ночам не досыпать, день и ночь переживать. Заболели – полечить, провинились – отлупить, и в учебе помогать, и кормить, и наряжать. Трудность в чем? Не понимаю. Я же кукол наряжаю. Ну, сравнила. Вот дает. Дети – хлопотный народ. Но зато они для мамы всех важней, скажу я прямо. Мама в детях продолжение, и почет, и уважение, и огромная любовь. И забота вновь и вновь. Так, мой друг, спокойствие, заботы в удовольствие. Пока деток воспитаешь, ни на них не заскучаешь. Да, добился я ответа. Смысл жизни видно в этом. Смысл жизни.